Сотрудники правоохранительных органов сегодня утром провели обыск в кабинетах чиновников администрации Сочи. Следственные действия проходили на рабочих местах и дома у заместителя главы курорта по строительству Ивана Бомбергера и главного архитектора Владимира Малова. Сейчас они задержаны. Бомбергера подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Главный архитектор города Малов, по версии следствия, подписывал документы на незаконное строительство. В числе подозреваемых и руководитель МУП «Водоканал Сочи» Сергей Винарский, который выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям. Всего массовые обыски пройдут по 23 адресам в Сочи. Напомню, что 17 октября был задержан первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, заместитель директора Департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов и экс-первый вице-мэр Анатолий Рыков. У Рыкова были обнаружены дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, часы в ассортименте, отдельные экземпляры которых стоят по 3 миллиона рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes значится супруга чиновника. В краснодарском доме Рыкова для машин оборудован гараж, а также винный погреб. В апреле этого года также были задержаны первый вице-мэр Сочи Мукдин Чермит, заместитель главы города Юрий Паламарчук и руководитель департамента имущественных отношений Владимир Пермяков.